там. По каким критериям вы выбираете там? Ну, во-первых, соотношение диаметров между собой, большего и меньшего. Во-вторых, толщина и равномерность распределения толщины по длине. Во-вторых, еще однородность породы, нерасслаиваемость, эргономичный дизайн, приятная глазу форма. И соответствие размеру ноги среднестатистического туриста. Бангладеш, да? И мы на теме работы по благо светлого и чистого, и главное, безводного будущего, безводного для ног. Вода очень нужна. Спасибо. Рукавички грязи. Возьми рукавички. Гвинтик в системі, він працює, він мусить просто відчувати себе важливою. Чудово. Мистер Московський, мистер Московський. Це депутат Кыргызстанского парламента. Я сьогодні представляю делегацію із передачі міжнародних камней для викладення міжнародної дорожки, по якій будуть прохаживати многі туристи. А також це є немаловажной значимостью для нашего национального парка. Так что я прошу подойти к участникам и узнать их мнение по этому поводу. Спасибо. Ваше мнение, молча. О чем? Спасибо за комплимент, во-первых. Я действительно человек и достаточно молод. Мое мнение о... Кстати, да, мое мнение отражает официальную позицию Greenpeace. Как вам быть частичкой в системе? Можно на «ты», кстати. Как тебе быть частичкой в системе? Смотря какой системы. То есть та система, которая гуманна и хорошо работает, и работает на общее благо, я совсем не против быть частью такой системы. А какой-нибудь злой, тоталитарной системы, конечно, быть намного менее приятно. Спасибо. Нет, пожалуйста.